Ребят, посмотрите, как тут красиво. Кстати, церковь уже видно, вон она слева. Блин, тут так пейзажно. Ну, то есть, вот эта вот старая севастопольская дорога, она очень-очень атмосферная. А вы представьте, когда тут все зелено, когда все расцветает. Насколько здесь красиво. Здесь сейчас красиво. А когда зелено все, то вообще просто пушка-бомба. Вон она, церковь. У-ху! Мы приехали, ребятки, ребятишки. Во! Видали, какая красотища? А слева, блин. Шикардосина. Сейчас, подождите. Так, откроем окошко. Вы меня слышите? Да. Смотрите, я остановился посмотреть на видон. Блин, просто я не мог тут не остановиться. Тут такой прикольный вид. Ну, по-любому, вообще огнище. Вон церковь. Тут вешают ленточки какие-то. Ну, люди, видимо. Блин, ну вот это красота. Вау, аж дух захватывает. Реально, у меня аж дух на секунду захватил. Так. Блин, посмотрите, поднимаю камеру вверх. То есть вон Форос, там будет смотровая, мы потом поедем, а вот эта церковь. Все, гоним. Гоним, ребят. Итак, ребзя, мы уже подъехали, подъезжаем. Сейчас надо найти, где запарковаться. Так, осторожно, осторожно. Ага. Тут, блин, особо-то не запаркуешься. Сейчас, подождите, ребят. Ага, видос пишется. Так, есть церковная лавка. Горки. Так, вот такой вот вход. Так, Форосская церковь. Ну что, давайте сначала... Внутрь я не буду заходить, ребят. Ну, я в церкви редко захожу. Вот так она выглядит. Господи здесь. Так, церковь. Воскресение Христово 1892 года. А, ну, блин. Давайте вот тут сниму, как выглядит. Вот, вот так вот красивенько. Так, ну и туда, наверное, заходить даже, возможно, может и нельзя. Давайте посмотрим вид. Тут что-то типа фонтанчика. Вид, конечно, здесь хороший. Хорош. Хорошечный. Я бы даже так сказал. Ну что, вот с этой стороны вот так вот церквуха выглядит. Давайте на виды посмотрим. Виды тут очень красивые, пейзажные, открываются. Просто бомбовские. Тут есть какие-то ступеньки. Вы видите это? Да, тут классно. У-ху, меня ветер сдует. О, так можно туда? Подождите. На обрывчик можно сходить. Оп-хоп-хоп. Вот тут закрыто, видите, замочки вешают. Во, мы идем к обрыву. Офигеть. Ветер очень сильный, что аж страхово подходить к обрыву. Но я камерой загляну, смотрите. Видно? Блин, ветер настолько сильный, что он сдует аж. Блин, вот это тут атмосферно. Вообще просто класс. Вы прикиньте, вы можете тут сидеть, попивать кофеек, чаек, кто что любит. Так, давайте, только очень-очень аккуратно, потому что реально очково. Я загляну туда. Ну как? Думаю, бомба. Надо и себя снять тоже, только аккуратно.
серьезно. Давай так только, чтобы не упасть. Короче, это того стоило, что мы сюда приехали. Такой вот вид здесь просто шикарно. И это зима, это февраль, понимаете? Очень красиво. Да что там, вы сейчас увидите Балаклаву, вы просто офигеете. На Балаклаву мое любимое место и многих. Там вообще просто пушка. Так, давайте, ладно. Возвращаемся. Опа. Так. Смотри, тут есть автомат сувениров, сувенирные монеты. Да. Красота тут просто нереальная. Вот бинокль, но тут надо платить деньги. 100 рублей 5 минут. Сувенирные монеты, опять же. Блин, так красиво это смотрится. Рили. О, тут вот есть, подождите. Опа. Надо себя снять. Надо, ай. Я за что-то цепляюсь. Блин, вот это красотища. Блин, пушка вообще нереальная. Просто мега космос. А, я чтобы не показал церкуху. Так. Ну вот здесь есть тоже рисунок, икона, как их правильно называют. Так. Ну, такая вот фарусская церковь. Смотрите, памятник. Давайте посмотрим, что там. Кузнецов Александр Григорьевич. Так. Угу. Это еще прикольная дата, 888. Так, все, понятно, проект. О. Вот тут, видите, мы по этой дороге поднимались. Вот так. У нас сейчас выбор. Либо по этой же дороге туда вернемся, наверное, да. А можно поехать в горы дальше. Но мы поедем вниз, чтобы еще смотровую Фороса вам показать. Поэтому как-то так. Сейчас какая-то небольшая реконструкция идет, ее что-то отстраивают. В общем, такие вот движушки. Все, ребят, едем дальше.